Приветствую всех, кто находится на нашем канале. Сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такой вот замечательный узор, который называется каракулевый. Этот узор классный. Он эластичный, вот так вот хорошо растягивается и становится на место. Вот. Изнанка в нем смотрится вот так. Этот узор годится для кардиганов, для кофточек, для шапок, для чего угодно. Значит, для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель кратное 4. Вот, и плюс 2 кромочные. Я набрала 12 петель. Первый ряд у нас вяжутся все изнаночные. Вот они, изнаночный ряд. Дальше поворачиваем вязание. Снимаем кромочную петлю. Из вот этой вот первой петли мы вывязываем 3 петли. Таким образом. За переднюю стенку лицевая. Лицевая, потом переносим наперед изнаночная, снова за работу нить и снова вывязываем лицевую, вот так вот лицевую, и теперь мы снимаем. Дальше следующие 3 петли мы вывязываем изнаночными петлями. Вот так мы их соединяем. Вывязываем изнаночными петлями. Вот так. Вот один раппорт мы привязали. Дальше снова берем лицевая. Нить перед работой изнаночная. Нить за работу выводим. Снова вяжем лицевую. И 3 вместе изнаночные следующие петли. 3 вместе у нас идут изнаночные. Вот так. И дальше снова. И так мы вывязываем до конца ряда. Из одной вывязываем 3 петли. Из одной 3 и потом 3 вместе изнаночные. Так мы вяжем до конца ряда. Лицевая, 3 вместе изнаночные и кромочная. В следующий ряд мы вяжем все петли изнаночные. Все изнаночные. Два, три, четыре, пять, шесть. И поплотнее так потуже затягивайте, чтобы сильно дырочки не были большими. Потуже. 12 петель и кромочных. Следующий ряд вяжем таким образом. Вот смотрите, что у нас получается. Видите, у нас вот 3 петельки связаны между собой, а это стоит одна. Значит, мы провязываем таким образом. Снимаем кромочную, вяжем эти 3 петли вместе, мы их вяжем изнаночной. Вот так вот их собираем. Место. 2, 3. Провязываем изнаночной. А из этой свободной петельки мы снова вывязываем 3 петли, как и в том предыдущем ряду. Тоже лицевая, изнаночная, лицевая. Снова вот эти вот свободные петельки, которые связаны. Ой, туда заходит. Да что это такое? Не всегда эти петли сюда трудно провязываются. Пока их соберешь. 3 вместе. И снова из одной вывязываем 3 раз. Изнаночная. И снова лицевая.
лицевая, и тогда снимаем. Снова провязываем 3 вместе. Раз. Два. Когда они же перекручены, так туго, туго снимаются. Ну ничего, надо постараться. И изнаночная. И из одной вывязываем 3 петли. Раз. Два. И 3. И кромочная. И потом снова вяжем все изнаночные. И вот так вот мы чередуем. И изнаночный ряд, и вот, вот эти вот вывязываем из трех, три вместе, из одной вывязываем по 3 петельки. И вот такая вот прелесть получается, вот такие замечательные узелки. Ну вот и все, мои дорогие. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. До свидания.